Меня зовут Васильев Олег, я из города Брянска. Приехал со своим тренером и со своей лошадью Максима Стейблс на образовательную программу «Знания региона». Об этой программе я узнал из соцсетей. Эта программа включает в себя мастер-классы с такими известными всадниками, как Доминик Филеон, Юрий Романов и Полина Афанасьева. Они были очень мне интересны и нужны, так как они смогли поставить мою посадку, положить мои руки. Это была моя главная проблема. Также были очень интересные лекции о ветеринарии, о том, как набрать больше баллов на езде. Это мне очень понравилось. Я постараюсь использовать это, все свои знания в будущем. А скажите еще про то, что вот у меня в городе это не развито? Да, я из Брянска, там развит только конкур, и то не очень сильно. Я осмелюсь сказать, я единственный всадник, который занимается выездкой из Брянска.